текущего года в Республике Дагестан военнослужащие СВО и их семьи были внесены в перечень льготных категорий граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи согласно действующему законодательству Российской Федерации. Заведующий отделением медицинской профилактики города Каспийск Рамазан Юсупов рассказал, какая именно помощь будет оказана данной категории граждан. Это амбулаторная помощь, стационарная помощь. Также при, допустим, чаще всего бывают пациенты, которые оформляются на инвалидность. Их тоже мы оформляем в приоритетном порядке. Даже учет амбулаторных карт ведется отдельно, то есть организована отдельная картотека для данных пациентов. Данную помощь могут получать семьи мобилизованных, проходящих службу, проходящих военную службу по контракту в зоне СВО, получивших ранения, заболевания при участии в СВО и добровольцы. Отметим, что также за каждой семьей будет закреплен врач для получения персональной медицинской помощи. И за каждым пациентом закреплен врач, который его ведет до конца от А до Я. И по всем вопросам, проблемам, которые могут возникать в ходе, допустим, оказание медицинской помощи, решается в приоритетном порядке оперативно. Стоит подчеркнуть, что воспользоваться данными услугами можно, обратившись в регистратуру с соответствующей справкой из военкомата.